Ну что, ребят, всем привет. Вот и выбрались мы на рыбалочку. Время уже 11 часов. Расставили жерлицы пока. Вот первая поклевка. Заснять не удалось. Как вытаскивал, но щучка небольшая. Вот, выставили жерлички. Поставили шатер. Так что смотрите дальше. Будет интересно. Еще подтащилась скорее. Подтащилась? Надо нахуй. Надо менять место. Сейчас опять здесь поставим, опять она. Ну пускай. Завела за корягу. Ага. Размотан был метра 2,5. А там тоже зацеп. Сработка. Думал, будет холостая, не стал снимать. Но щукарь попался. Вот. Опять сработка. Сейчас посмотрим. Ага, вот она, ребята. Большая. Карасика надо теперь. О, какое чучландра. Сейчас пересадим. Сейчас попробуем, посмотрим, что там у нас такое. Леска не уходит. Есть, есть, есть. Вот и очередной чупачок. Готов. Я думаю, видно было небольшой, но зачетный. Карась большой. Сейчас наживим и установим обратно. Глубину делаю небольшую, так как коряшки. Ну все, смотрите дальше. Вот. Там жерлицы. Народу очень много. Ладно. Клевка. Очередная. 5 минут не прошло. Ладно, смотрите. Очередная сработка. У нас, ребята. Сейчас посмотрим.
Вот еще один чебачок. Вот он. Очередной трофейчик. Небольшой, правда, но приятный. Смотрите дальше. Не переключайтесь. Сработало. Ага. Идет, идет. Уже. О, какая. Только почистил. Ну что, ребят. Вот и закончились наши приключения по первому льду. Вот. Сегодня поймал на жерлице 6 штук. Поклевки вы, ну, как вытаскивал, видели. Вот. Вот теперь 2 дня стояло. Как-то так. Ладно. Всем спасибо, кто смотрит. Кто не подписан, подписывайтесь. Всем удачи и чистого неба над головой.